Audi A6 и пассажирский автобус 43-го маршрута столкнулись на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина. В результате сильнейшего удара у легковушки практически полностью смята передняя часть. Многотонник же получил незначительные повреждения. По предварительной версии, водитель общественного транспорта выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения 19-летний водитель легковушки получил сотрясение головного мозга.